Привет всем! С вами Лига Мюзикварс. Сегодня мы будем обсуждать новые каналы на Ютубе. Новые ролики, новые стримеры и, соответственно, конечно, партнерка от Мюзикварс администрации. Какие каналы получили, по крайней мере, по которым я знаю, на которые стоит ходить теперь на стримы и следить за конкурсами. Смотрим! Ну и давайте потихонечку, конечно же, начнем. А начнем мы с плейлиста «Все Мюзикварс». У нас появился еще один партнер. Зинар, я тебя приветствую. Делал я на него обзор где-то месяцев 5 назад в рубрике «Новостник». Мы разбирали новые каналы, которые пришли, и он там присутствовал. Сейчас это уже неплохой канал с хорошей графикой, с монтажом. В общем, все, кто любит Мюзикварс, советую приходить, подписываться. Хотя у него подписчиков уже 300, соответственно, нравятся кому-то его видосы. Это очень хорошо. Ну и давайте к основной теме. Чтобы найти новых авторов по Мюзикварс, у тех, у которых мало просмотров или нет просмотров, вы понимаете, что авторы всегда есть. Для этого забивается в поиске Мюзикварс, после чего берется на этой неделе и ставится по дате загрузки. И у вас, соответственно, появляются новые видео, которые только что появились, и так далее, которые появились вчера, позавчера, и, в общем, двигается как можно дальше. И из того вот разнообразия, которое у меня было, у нас есть новые авторы, есть скандальные авторы и есть люди с партнерки. В общем, партнерку еще в конце затрону, обязательно. А сейчас давайте перейдем к одному из авторов, которого я обсуждал уже 5 месяцев назад. Это Семен. Он делает видосики, неплохие видосики. Уже и графика улучшилась, уже улучшился как бы, ну, сам дизайн, но на его канале мало подписчиков. Если кому-то нравятся его видосики, ребята, подпишитесь, догоните хотя бы до 100, и, возможно, Семен вам сделает какой-нибудь маломальски интересный конкурс. Но он уже долго старается, у него 120 с лишним видео. Прям реально старается. Ну, молодец, парнишка. Часто вижу его в комментариях. Семен, я знаю, у тебя еще все впереди. Постарайся еще несколько найти тем для снимания видео. Допустим, из Мюзикварса куда-нибудь в другую систему. Дальше у нас появился канал. Этот парнишка со мной в ВК списывался. Я ему сказал, я знаю, что у тебя есть видео. Я знаю, что ты монтируешь и начинаешь. Пошел потихонечку выгружать видео. Это новый канал, можете следить за ним, посмотрим, как будет развиваться. Пока можно не подписываться, но сам его найти можно по названию Deadpool TV. У него нет, конечно, превьюшек, все, но уже человек начал. Хотя бы, говорит, начало уже положено. Один из наших, много нашумевших, в общем, часто встречая его видосы, это Хамелеон, он тоже просил. Вот, Хамелеон, привет тебе, привет. Дошел я до твоего канала, застал я его на, получается, прошлой неделе, в субботу. Твои видосики последние вышли, насколько я понял. Но ничего, молодчинка. Прям вижу, и пошли, и мехи пошли, и коробочки пошли, все, и обзорчики пошли. Молодец, неплохо сделано. Так что, ребята, вот на каналчик Хамелеона я советую подписаться. Как и на Семена. Можете что тот канал, что этот поддержать. У них до 100 подписчиков еще не дошло. Но ребята стараются. Ну, они же для вас стараются. Понимаете, что Мюзикварс это игра. И игра не такая популярная. То есть, как Counter-Strike, там, как танки. Не знаю, как самолеты, как One Thunder. И поэтому здесь мало людей. Надо поддерживать молодых авторов, чтобы они дальше пытались вам что-то интересное найти. А чем больше авторов, тем больше вероятность, что будут какие-нибудь конкурсы.
Следующий автор, который у меня попался, ребята, Эхел Мью. Это, ну, так скажем, полигонщик. Он снимает кучу видосов, снимает видео по своим походам на полигон. Но пока ничего сказать о нем не могу. Не писал, не видел я от него. Ничего, короче, не видел пока. Так, посмотрел пару полигончиков, ну, среднее, так скажем, пока не цепляет. Ну, можно еще поработать. Еще один из таких канальчиков — это Twizex. У него уже очень много подписчиков, но он недавно начал снимать только Music Wars, поэтому у него на разнообразии на канале, у него есть и PUBG, у него есть и Counter-Strike, плюс у него там прикольчики. В общем, у него много разных видосов на разные тематики. То есть можно к нему подписаться, но если вам нравится само изложение темы. Потому что человек с оформлением красивого канала, он уже знает, что делает. Ну никак не мог я пройти скандальчик недели. В общем, сейчас почти уже, вот уже почти переходим на канал Димы Селивончика. В общем, человек делает видосики по музвару, делает их буквально неделю, но делает их в таком количестве, просто шедеврально, по несколько видосов сразу одновременно. То есть, ну, то есть играется, выкладывается. Но буквально 4 дня назад вылетело вот такая, то есть 3 видео выложил о настоящем хейте, прям вообще командиров Music Wars, то есть людей, донатов. Очень смешно, честно, посмеялся. Дим, спасибо, поднял настроение. Давно не видел чистых хейтеров Music Wars, не видел чистых хейтеров доната. Никто тебе не мешает дальше спокойно играться, не обращай на них внимания. Создавай сам все экспедиции, чтобы тебя больше так не кидали. Ну и последняя тема, наверное, это партнерка от Music Wars, которую получили у нас несколько каналов. Это канал Санчеса, то есть его все знают. Плюс у него, не забывайте, проводится еще конкурс на день рождения. Обязательно проходите, участвуйте. Дальше. Партнерку получил у нас Galactus TV, Влад. В обязательном порядке смотрите, у него, возможно, скоро появятся новые конкурсики. Блин, еле-еле выговорил. Конкурсы от Music Wars, возможно, с хорошими жирными призами. И из таких у нас партнерку получил Blaze. Делает теперь стримы каждый день. Получает плюшки в виде звезд, насколько я понял, и рубинов. Именно на, получается, прокачку или не прокачку, проведение, в общем, этих стримов. Ну все, Blaze, все круто. Конечно, основной канал у него намного больше, чем запасочка. На запасочке он ведет именно стримы. Здесь у него намного больше видео, но он, видимо, не хочет сюда подходить, на этот канал. Пока непонятно, в общем, зачем это было сделано, но, видимо, зачем-то надо. Ну и давайте подведем итоги. Наконец-то администрация Music Wars задумалась о медийных личностях и, соответственно, начала поддержку или рекламу, так скажем, посредством валюты Music Wars. Вообще, молодцы, ребята, прям я очень шедеврально доволен. Если честно, многие каналы, кто получил партнерку, очень счастливы. Теперь, надеюсь, на них появится больше видео, появится больше конкурсов, потому что халявы должно быть много. Новые каналы Music Wars, которые вы видели, только начинают развиваться, либо развиваются, но почему-то контент не заходит. Пожалуйста, посмотрите, с чего не хватает именно подписчикам, какие видео больше им нравятся, и постарайтесь изменить свой контент. Ну, а с вами был доктор. Всем счастливо, всем пока!